Еще одна партия вакцины от Румынии. В Молдову доставят 132 тысячи доз AstraZeneca. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр соседней страны Флорин Кицо. Это будет уже третья партия вакцины, предоставленная Румынии и Молдове. Однако пока не ясно, когда поступит препарат. Первую партию в 21 600 доз доставили нам в конце февраля, вторую в 50 400 доз в конце марта. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что Бухарест предоставит Кишиневу 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в конце прошлого года.